Всем привет, ребята! Вы на канале Санишки играем вместе. С вами папа Санишки. И сегодня мы продолжаем играть в игру Симулятор пчеловода. У нас первая часть по-прежнему рождественского обновления. И сегодня я сдам тут некоторые квесты медведю пчеле. Вот, как вы видите, уже тут у меня готов для него квест. Ну и посмотрим вообще, ребята, что здесь происходит. А вы пока, ребята, подпишитесь на наш канал, пока я бегу смотреть, что же тут происходит. Так, ребята, давайте сразу сдадим этот квест. Я надеюсь, что там будет подарок для нас. Так, два тикет-плантера, старжели. Так, что-то тут он рассказывает. Так, нет, ребята, подарка, похоже, тут нет. У него нет. Давайте получим следующий квест. И посмотрим, что-то тут связано с грибами. Ребята, что-то связано с грибами. Так. Отдать два подарка я сделал. Потом навестить имбирный домик. Два раза. Так, навестить имбирный домик два раза. Ничего себе, меня только через полтора часа это можно будет сделать. Так, победить 5 грибов. Собрать 160 тысяч голубой пыльцы. Так, ну это будет, наверное, просто. Давайте пройдем на голубое поле. Так, вот смотрите, у меня тут еще пластиковый плантер. Он еще все еще выращивается, этот горшочек. А грибы, ребята, у нас вызываются из другого горшка. Так, давайте его навестим. Так, его навестим. Вот этот горшок. Бумажный paper planter. Так, насколько я понимаю, из него у нас получаются грибы. Так, ну пока я вижу, что грибы эти не готовы. Когда этот горшочек у нас будет источать неприятный запах, это значит, что из него его можно открывать, и из него выпадут грибы. Так, пока я не вижу, чтобы что-то с ним происходило, значит, грибы еще в нем не созрели. Так, один горшок здесь у меня, один горшок там. Для того, чтобы получить этот квест, мне нужно победить 5 грибов. 5 грибов. Так, давайте попробуем как-то их вызвать, эти грибы. Так, paper planter. Давайте еще раз прочитаем инструкцию к этим плантерам. И посмотрим, какие плантеры вызывают у нас грибы. Так, вот он, paper planter. Да, ребята, paper planter у нас не вызывает грибы, а грибы у нас вызывает ticket planter. Давайте попробуем. Вот, все, ребята, теперь точно. Вот из ticket planter у нас появятся грибочки, которые будут распространяться по полям. Когда вы будете их побеждать, они будут распространяться по полям, как грибница будет размножаться. Значит, из бумажного плантера у нас, к сожалению, не получаются грибы. Давайте я его соберу. Зато из него получается нектар и еще другие полезные дропы. Так, собрал. Собрал. Также видите, у меня рефрешинг нектар. Зелененький рефрешинг нектар. То есть у меня сейчас получается добывается нектар. Также посмотрите, ребята, я еще купил фестив плантер. То есть это праздничный горшок. У него x3 нектара будет. Когда-нибудь я его, ребята, посажу. Может быть, после Нового года. Так, также у меня уже шестого уровня медведь.
смотреть. Так, закидал он меня этими снежками своими. Так, ну вообще-то я должен его победить, мои пчелы на это способны. Хотя не без труда, посмотрите, не без труда я его побеждаю. Как-то так, довольно-таки он мощный, честно говоря. Все, отлично, победил. Следующий у меня номер 7. Уровень 7. Так, с этим прояснили, ребята. Этот будет вырастать, наверное, там целый час. Тикет Плантер. А может быть, конечно, и побыстрее. Так, что еще тут у нас? Давайте посмотрим, какие новости тут у нас на карте, какие квесты у меня. Так, сейчас давайте-ка посмотрим. У меня полярный медведь готов квест, но он готов обычный квест. Самый обычный, давайте. Так, заберем вилочки. Обычные вилочки. Также я уже открыл блюдо, с которого пчелки могут покушать и получить радостное настроение. То есть они будут у вас счастливы, эти пчелки. Так, движемся дальше. Видите, горит уже гирлянда у меня, потому что я зажег от ученого медведя, зажег эту гирлянду. Что здесь? Давайте-ка слетаем к нашему. Оп. К нашему туннельному медведю проверим. Так, он еще у нас тут не заспавнился. Поэтому просто его проверяем. Проверяем просто. Так, росток попробуем посадить. Так, редкий росток. Здесь диспенсер. А здесь еще, ребята, у меня не открыт подсвечник. А здесь я уже открыл венок. И открыл я уже 6 подарков. 6 подарков. Так, давайте сюда еще заскочим. Проверим. Здесь я тоже уже пооткрывал. Так, проверим тикеты. Так, давайте проверим подарок. Если используем здесь диспенсер. Следующий подарок у меня вот здесь должен быть. Давайте-ка его проверим. Так, номер 7. Да, у меня открыто 6 коробок. 7-я пока еще не открыта. 7-й подарок у меня еще пока нет. Так, давайте сделаем ресет. О, куда провалился, посмотрите, провалился. Так, и посмотрим, есть ли у меня подарки для медведей. Так, вот этому медведю я еще не давал подарок. Нет, подарков здесь у меня тоже нет. Так, ну здесь, видите, переключатель включился, и наша гирлянда работает. Пушка пока еще не работает. Пушка пока не работает. Так, значит, я буду ждать, пока мои грибы созреют в плантере, в горшочке. Также я буду навещать имбирный домик для того, чтобы два раза, для того, чтобы забрать пряник имбирный. И у меня таким образом сдастся этот квест следующий. Как вы видите, у стикбага я уже начал неплохо у меня поле одуванчиковое тут уже
прокачано, потому что я вот сюда ставлю плантер. Так, потом мне нужно Бакоби. Бакоби тоже тут. Тоже нужно грибы будет побеждать. И получить нектар. Комфортинг нектар. Рефрешинг нектар. И использовать 250 снежинок. 250 снежинок. Вот посмотрите, у меня уже снежинок 219. То есть, в принципе, я могу их использовать. Но пока торопиться не буду. Также посмотрите, что мне удалось купить. Удалось подарок купить. Удалось тикет плантер. Фестив плантер я купил. Купил этот лепесток. Также экстракт бандл можно, наверное, купить уже. И что? Боб. Боб это дорого. Боб дорого. Ну, давайте купим еще, например, экстракт. Покажу вам. Вот таким образом я купил еще экстракт. То есть у меня в этом каталоге куплено уже 1, 2, 3, 4, 5 вещей. 6 вещей. 6 вещей. То есть я уже достаточно неплохо тут прикупил. Но здесь покупается за снежинки и за пряники. Снежинки падают, как вы знаете, с неба. И когда снежный дождь, точнее, когда снег, пурга вызывается, также вы можете собирать эти снежинки. Нектар у меня также собирается из моих горшков, из этих плантеров. Также мне удалось уже победить один редкий гриб. Так, у Райли Би мне удалось тоже победить редкий гриб. Удалось уж 4 редких гриба победить на клубничном поле. Также нужно использовать еще 10 софт вакс. 10 софт вакс, давайте покажу. Вот эти ваксы, вот софт вакс. Этот софт вакс, так, он должен использоваться именно в улье. Он должен использоваться в улье, чтобы улучшить биг вип, то есть нашу экипировку. Так, давайте посмотрим, что мы можем тут улучшить. Так, давайте, например, плотничья пчела. Так, ну давайте на нее попробуем использовать. А, нет, здесь на ней нет никакой экипировки. Так, на ней нет никакой экипировки. А где вообще моя экипировка вся, ребята? Экипировка. А, вот и эквип. Давайте Lion B попробуем антенки с Lion B улучшить. Так. Пробуем. Итак, и что получилось? Так, похоже, что ничего не получилось. Пробуем еще раз. А, хотя нет, что-то улучшилось, по-моему, ребята. Что-то улучшается, написано, но разницы я какой-то особо не вижу. Вот в этом биквипе. А, ну он просто меняется. Судя по всему, он меняется. Плюс 7 convert amount, плюс 6 gather amount, плюс 1 mover speed. Так, и если мы поменяем еще раз. Ага, то есть у нас, смотрите, у нас улучшается 9% уже convert amount. Ну, то есть таким образом мы улучшаем наш этот биквип. Вот, и таких улучшений мне нужно сделать еще 6. То есть 4 у меня есть, еще 6 нужно сделать. Так, вот зашел кто-то ко мне на сервер. Что-то даже пытается писать. Давайте поздороваемся с ним. С этим человеком. Так. Что еще? Что еще? Что еще?
Вот видите, снежинка упала. Давайте навестим нашего жука. Ну хотя как навестим, немножко его тут лопнем. Вот просит этот игрок просит помочь со снеговиком. То есть, как вы знаете, снеговика можно вместе с друзьями побеждать. Так, давайте поможем как раз ему с этим снеговиком. Так, для этого нам нужно сюда. Шипики нужно включить. Так, где тут? Шипик. О, он что-то какой-то большой, ребят. Я что-то такого не подписывался на такого. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, где тут шип? Так, давайте помогать, помогать, помогать. О-о-о. Он какой-то мощный, ребят. Надо было мне шлем другой надеть. Красный шлем нужно было надеть. Мы можем еще с ним не справиться. Посмотрите. Тут у каждого снеговика еще ограниченное время, как вы знаете. То есть за ограниченное время... Ох... Боюсь, что мы можем не успеть. Так, еще шип кидаю. Еще кидаю шип, так... Так, 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 ну-ка. Так, ну-ка, успеем, нет? Так. Да, да. На последних секундах, ребята, мы победили этого снеговика. Так что, надо, конечно, надевать только красный шлем, чтобы было больше атака была. Вот он пишет, you are so strong, то есть, ну... Говорит, что благодарит. Так. Так, ну так, напишем ему окей, чтобы сильно... Ну, вот, радуется, в общем, игрок. Помогли мы тут его снеговика. У него уже 11 уровень снеговика. У меня только 7 уровень. То есть, в принципе, мощных снеговиков, ребята, лучше какой-то побеждать. В команде побеждать. Несколькими вашими друзьями. Так, что еще хотел рассказать, что еще показать. Ну, в общем, буду следующий квест выполнять. Буду выполнять следующий квест. Здесь можно купить еще плантер. Давайте посмотрим, какой я могу купить. Вот такой я купил пластиковый. Могу уже купить кэнди плантер. То есть я уже насобирал всех ингредиентов. Он 4 часа у нас растет. Также я могу... Так, или не могу? Ага, мне еще не хватает красной свечи. Я мог бы вот этот плантер купить, который 8 часов. Здесь мне не хватает, наоборот, зеленой свечи. И он достаточно дорогой, 750 миллионов, представляете? Вот такой уже смогу скоро купить. А этот я, конечно, не смогу купить, это может быть только в конце обновления. Вот, в общем, эти плантеры, из них получается вот такой нектар, значки нектара. И также разные дропы выпадают, и из плантеров еще выпадают... у нас грибы, которые также нужны нам для выполнения квестов. Что еще? Ну, в целом, ребята, нас ожидает еще вторая часть рождественского обновления. То есть сейчас у нас только 10 квестов. Потом, я так понимаю, что будет еще или 5, или 10. То есть будет, наверное, что-то около 20 квестов у нас будет. Вот. Ну, а вам, ребята, если понравилось и было полезно это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. И всем пока!